Всем привет, с вами снова Кокос и Джокер. Йоу-воу-воу и бутылка рома. И мы будем пробовать запустить игру на Галеоне с командой из 4 человек, где из них 2 будем являться мы. Вот, правда, другие 2, вот, не знаю, как повезет. Абсолютный рандом. Да, да, великий, могучий рандом. Так, поднять паруса. Поехали, набираем экипаж. Ух, сейчас наберут, ух, сейчас наберут. Блин, было бы круто, если бы он набирал по твоему бы региону. Ну да, это было бы здорово. Сейчас, не знаю, нас запустят кому-то. КЗ. Или нас посоединят и кого-то к нам. Сейчас, ладно, посмотрим. Обалдеть, там сколько? 3 пушки в ряд? Или 4 даже? Да. 3 или 4. 3 или 4? Да. Здорово, просто супер ответ. 3 4. Уже кто-то палит. Ай-ай! Так. Что у них за миссия? Худощавый бобец какой-то тут. Тут же тут с кроватью. Все как надо. Угу. Так, ну-ка пошли вон с моей каюты. Вот он. Слушай, предлагает проголосовать. Где еще раз? Ну вот же, внутри на столе. Голосовать за отказ. Для новичков. За отказ. Не, у него уже рабочая она. И он новичков делает. Так, настроя что ли? Ну сейчас я вижу настроя. Что, прокладываем курс? Ну да. Стоп, а что у него там? Торгаши? Не знаю, что там делать. Добро для беда, для Финча бедного. Блин, надо нужны найти? Клетки, походу. Сейчас посмотрю. А, нет, стоп. Нет, склад. Фига себе, склад. Трюм у него. 2 клада. 2 клада? Да. Нифига себе тут трюм, ты заходил? Да я вроде посмотрел. Двухэтажный, да? А, еще двухэтажный. Ну-ка, найди ядра, я хочу... А, наверху, наверное. Я хочу посмотреть... Нет, вот больше они. Ядра. 5, 15. Да, затариваться бля. Надо. Да. Так, вынуть... А, у него не все заряжены, это уже хорошо. Так, в общем, что мы делаем? Нам сейчас нужна карта. А карта у нас где? Внизу, да? На втором, на первом. Ну как, да, под низом. Так. Я не знаю, как это назвать. Мы ищем вот такую карту. И вот такую карту. Окей. Но прежде нам нужны... А, нет, все правильно, сокровища же мы ищем. Вот это он отметил. Да, вот, одного Окабури, походу. Нет, не то. Это не Окабури. Я залазю наверх. Вот это высота. Так, и вот это, да? Вот это высота. Так, ну чё, за штурвал? Да-да-да. Я спускаюсь. Нам, короче, пол карты плыть. Да? Ну ничего, первый раз что ли? Куда? Северо-восток. Паруса поднимай. А или опускать? Нет, говорят же поднять паруса. Все? Прикинь, все? А вон тот чувак, ДТ-2. Северо-восток, говоришь? Да. Норд-Ист.
Обалдеть. Вот эта штучка, да? Там, смотри, даже если за борт бросать людей, доска есть. Так, ты там скаты сравнивай. Сейчас. Так. Чуть-чуть, ну правее чуть-чуть возьми и нормально. Слушай, блин, а то походу скорость-то нехилая развивается. Оно ж не поворачивает. Не поворачивает? Ну. Еле-еле. Для каждого, прикинь, тут походу это течение воздуха для каждого паруса разное. Тут 4 человека мало, блин. Не, ну я с парусами справляюсь. Ну, когда ты скажешь типа тормозим, то это будет плохо. Бросить якорь. Да бросать якорь. Чё там с картой? Ну, вроде ты нормально идешь. Маленькой волной повернула. Сейчас доиграется, кто-то доиграется, блин. Так. Вот через ты этот. Ушел? Через этот остров надо. Я же говорю, доиграется, идиот. Че он, на этом вот плацдарме? Да, и ты улетел. Че, правильно идем? Да. Мель. Что? Мель. У меня. Стоп. Парус закрывает, я не вижу. Почему у меня дробаш? Резнулся. Блин, надо было найти. Бананы, это ладно. Шмот, шмот. Во. Так, я, наверное, с курса сбился, как у вас. Сейчас посмотрим. Так, ну обходишь и чуть-чуть левее последнего берешь. У меня... Я не вижу левый борт почти. Сочувствую. У меня парус перед лицом. Чтобы приподнять один. Да не, не вариант. Договорились, если там сбоку что-то будет. Оу, корабль по маршруту. О, я подпеваю? Ну, подыгрываешь мне? Не, не, там походу подпевать нечего. Ага. Мычать. Че, мочить будем? Стоп, а у нас что, исчез один? Не знаю, где капитан. Все? В каюте нету? Не. Может, свалил. Так. Да к черту его. Не догоним. Так, а ты что сделал? Он его потопил. В смысле? Чувак в него стрельнул, и он утонул. Это по-моему. Я его стрельнул. А, значит, он утонул, утонул? Да ну, там с одного выстрела я не мог. Да! Ты его сваншотил? Обалдеть!
Он утонул. Слушай, а ты не мимо вообще пролетела, нет? Да нет, за волной как бы я даже не видел, то есть оно шух ушло. Попал. Не смотрел, скрыл, красиво пошло, ну ладно. Так. Ты говоришь, не надо бить. Куда плыть? Разворот, ну, на левее значительно. Сваншотил на корабль. Вот так, хорошо. Так, ну правее надо забирать. Ты ну что-то виляешь. Так он само. Она очень неповоротливая махина. У него руль крутится, я даже не знаю, насколько колес какого. Как вот тот остров, нет? Нет, ну впереди, он еще далеко. Не, ну. Не прям на остров, слева. Да я уже разворачиваюсь. Я говорю, это махина неповоротливая. А, нет, это значит, это середина. О, вот, все стукнуло. Когда стучит, это середина, по-моему, да? Ну, ровно. Окей. Да ты руль крутишь, он щелкает, так дук делает. Мы что, вдвоем остались? Не, он карту смотрит. Ух, это ковбойская, что ли? О, мы против ветра идем. Стоп! 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 Это что такое? Это что такое? Это Кракен! Что такое? Это щупалец Кракена! Че, поедем посмотрим? Давай. Это надо на запись, ребята. Мы, скорее всего, погибнем, но это надо на запись послать. Готовьте пушки. Да вон алар бьет. Ага. Так, ребятки, сейчас будет экшн. Где патроны? Патроны, патроны, патроны. Так что делать с этой щупальцей? Врезаться в нее? Нет, ну бортом поставить. Я должен попробовать сначала выстрелить ее. В щупальцу? Но. Нет, недолет. Выше поднимай. Не, ну из пистолета. Ну а чё? Недолет, не, вообще он просто сразу. Вот. Снайперки попробую. Дай. У меня пистолет почему-то. А где оружейная камера? Чищи. Где оружейка? Степень, искатель золотого горизонта. Я откуда знаю? Где эта штука? Оружейная, ты... Внизу, внизу, где ящики. Спускаешься и в обратную сторону! Ты не слышишь этого? Что? Блин, говорю, ты что, реально не слышишь? Вниз спускаешься и разворачиваешься в другую сторону. А. Справа. Вижу. Попал! Прям крестик был? Да, он ты-ды-ды-ды. Аж музыка была такая. Слева что-то.
О, да, ты попадаешь. Ой, это слушай, не нравится. Может, чуть-чуть повернем влево и может уже тормознем? Ты хочешь тормознуть? Я думаю, если сейчас мы под... Почему-то, когда ты стреляешь по ней, звук идет слева. Да, да, он, по-моему, только большой. Тормози, тормози, наверное. Есть. Попадаю. А если с пушкой начкануть? Недолет. Недолет. Попал, что ли? Есть. Попал. Только на гребне волны, короче, получается попасть из пушки. Ух, перелетел. Попал? Куда целиться? Да, ну блин, я просто в ту сторону. И ну пониже, наверное, да? Перелёт. Да, тепловой перелет. Сейчас недолет. У меня. Блин, рычит раза. Попал! Все. Че? 14 ядер осталось. Чего не просыпается? Недолет. Недолет. Попал. Стоим же, все равно не двигаемся, да? Да. Я ныряю. Ты уверен? Я не уверен. Ты хочешь посмотреть, что там? Ау! Что, он с этой стороны, его большой? О, что-то было больно. Я не знаю, что там было, но что-то было больно. Там темно. Надо дня подождать. Корабль еще идет. Вижу. Может, надо ближе подплыть к нему? Блин. Давай я ближе подплыву. Давай. О, это надолго. Кто? Поднятие якоря. Ага. Да. Стой около него. Да не надо, не надо, не надо. Ну чтобы ты поворачивал проще. Уже хорошо поворачивает. О-о-о-о.
О, я отсюда уже получаю. А? Приготовься тормозить. Окей. Когда? Ну как, подплывем к ним поближе. Увидишь, наверное. Ты разворачивать будешь, нет? К нам еще люди подошли. Ага. Че, сейчас? Ну да, наверное, да? Или ты еще ближе? Так, ну-ка еще подожди. Мне патроны. Ядер не осталось. Как у вас уже пора. Тормозить пора. Тормози. Я тормознил. Разворачивай. Сейчас его не развернет. Надо паруса спустить все. Ну, поднять. Ну как, чтоб не было, короче. Спустить, поднять. Теперь начинаю сам путаться. И поднять еще раз этот. Ну так давай тоже этим займись. Ну я делаю. Так, сейчас сниму. Вот. Поднимай якорь. Конечно, без боеприпасов никого. Да. Так, ну блин, ты не знаю, вместо того, чтобы стоять ждать, ты подошел бы в это, помог бы закинуть якорь. Мама, он, help me. Help him. Услышал? Да. Все, мы подняли. Скажешь, когда нормальный уровень? Вот так кидай якорь. Ну вот сейчас. Кидай якорь. Интересно, он проснется, нет? Я сейчас не остановился. Чё? Мимо? Знаю, да. Все, ядра не осталось. Кончили совсем? Но. Еще другой ряд пушек есть. Целый ряд. Весь боезапас, а ему пофигу. Я говорю, весь боезапас, а ему пофигу. Так, ну снизу ничего нету. Так, давай это. В смысле ничего нету? Якорь поднимай. Подожди, почему ничего снизу нету? Ну, черная вода сильно, не видно. А ты близко подплывал? Ты куда там подплывать? Там ничего не видишь вообще. Как ночь, почти черный экран. Окей. Фу, раз, два, три, я должен это увидеть. Джеронимо! Воу, я сразу умираю. Да, да, да. А что ты об этом не сказал? Я ж тебе говорю, будто жизнь уходит. Ну-ка, ну-ка. Иди сюда, моя сладенькая. Ты стрелял? Да.
Под водой? Нет. Ты что, уже выплыл? Нет, я прям около нее. Внутри она под водой или что? Нет, вот снаружи прям сижу. А, уплачу пальцы? Угу. Давай я ее затараню. Кокос не боится всяких щупалец. По крайней мере сейчас. Да, блин, хотели сделать отлично, но не получилось. Она дергается, это ты в нее стреляешь? Ну я встаю. А! Йо! Чё? О, вот это было. Фу, я передумал. Чё случилось? Там вторая вылезла. И она меня укусила. Да? На 3/4 жизни. Вот это я сейчас подпрыгнул. Станишки испачкал? Нет! Все, она догнала меня. Сейчас я пойду на абордаж. Ну как? Погоди, какой абордаж? Мне сначала надо воскреснуть. А? Мне сначала надо воскреснуть. А-а-а. Освободили. Так, а что ты развернулся? Да тут эти пушки-то заряжены. Угу. Да ему пофигу, походу. Сейчас протараню. Все? Так, еще два выстрела. Все? Все. Ну теперь сейчас поднимайте паруса, хлопцы. На таран пойдем. Все, разворачивай. Давай. Или все-таки свалим просто-напросто? Да ну не, давай, надо что-то проверять. То есть, ну да. Мы просто уйдем, мы не поймем. Камикадзе! Стоп, у него что-то во рту светящееся. А ну-ка, скажи, а... Еще разок. А, не, пока... Ты что, специально, что ли? Чё? О, да мама пошел на нее. Да, я на таран пойду. Что это, тварюга не вылазит? Воу! Я упал. Мы ее насквозь проходим. Кокос. Ага. Тю, что-то не то. Она вроде должна агрессировать и убивать все, что... Ну-ка, стой, подожди. Ты не прошел еще насквозь? Нет, вот она. Цушпеет, блядь. Так, надо маленько развернуть. Было поздно. Чуваки спохватились. В смысле спохватились? Кто-то опустил. Я этот. Якорь опустил, да. А ты опустил якорь? Да, может, поздно, никто не догадался. Давай сейчас это подними, паруса опустить, наверное, надо. Развернуть корабль. Начнем его в рукопашку молотить. Угу.
бросаю? Или рано еще? Ну, рано, ты ее достаешь, рано, ничего. Рано. Вот теперь бросаю, да? Давай. Рукопашку! Бей сосиску зеленую. Не знаете, что он еще пока только декорация? Ну, вода под... Ну, то есть... Ну... Под ним уже смертельно. Ну, почему? Не знаю, ну... Стоп, а это что такое? Да. Вот пусик. Да оно в слези, типа. Типа это как? Я думаю, там что-то залутать можно все. Я ее под кораблем фигарил. Корабли, оп, вернее. Внутри? Ну. Не, она не работает. Хоть убей, она бы уже давно агрессировала. Агрессировала. Ну, я по голове буду бить. Ну, давай, голова не сюда. Ясно. Так, что, нам в какую сторону надо? А, нам назад надо. Стоп, а что это он? Кто по карте полазил уже? Блин, кто-то взял, удалил. Кого? Точки? Точки, которые я находил, да. А, ну вот. Еще... А миссия осталась? Да. Вообще? Да, а? Да. Кто-то взял и беда грабителя переправил. А на самом деле вот. Анклав темных вод и разбойничья арка. Так, ну чё, погнали? Нам надо разворачиваться назад. Мама, камап. Мама, камап. Ну, а я не знаю, как потом сказать. Как сказать, чтоб наверх. Let's go. Блин, прям над нами какая-то то ли туча. О! Еще одного толстого выкинула за борт. Воу! Так, так, ну чё? Куда нам ехать? Нам надо на... Сейчас скажу. На северо... Северо-восток-восток. Стоп! Стоп! Я упал! Меня выкинуло! Где вы? Оо! Все понятно. Че? Ну, я уже это не доплыву просто. Меня офигеть как выкинуло. Ты умер просто-напросто? Нет, меня из корабля очень далеко выкинуло. На северо-восток-восток? Угу. Так, придется походу умереть, чтобы воскреснуть. Что? Что? Такой звук, как будто вокруг тебя что-то плавает. Да. Там и вправду что-то плавает. Акула? Нет, ну черная вода, там что-то под водой тебя убивает. Ну и ядовито, и что-то тебя периодически кацает. Ну, коцает. Типа, может, какие-то подводные щупальца тебя ловят. Потому что когда я стоял в воде и долбасил ее, одна из вот таких вот пастей на меня вылетела. Так. We need more cannonballs. Так, ты что, повернулся уже, да? Все, да, ты повернулся. Надо паруса открывать? Да. Пыхнуло.
Мы вышли из воды, и музыка прекратила. Ага. Так как тут обходить, блядь? Я не знаю, как ты собираешься обходить, но мы прям летим на скалу. О! А я говорю, я не вижу, у меня в ноль оптика. Хочешь еще один прикол? Нету досок? Да. Вообще? У нас 5 досок. Ну, забить хватит. Надо ориентировать, я не вижу ничего. Абсолютно, блин, гребаный парус. Воу. Все, у нас первый этаж весь затоплен. Че, все, утонем? Сейчас не знаю, посмотрим. Так, дырки я... А? Дырки я залатал. Сейчас новые появятся, наверное. Если я не увижу, когда мы будем плыть. Так, средний парус надо приподнять. Так. Ну ты встал, пробежал, посмотрел. Да я и так. Поэтому всегда один сверху сидит и орёт. Сейчас впереди. Да, мама там будет орать, ты прям все поймешь. Обои черпаете? Или только ты? Я не знаю, я черпаю. Кто еще там? Здесь что? Ну вот, мама... Нет, принцесса, походу, бегает, собирает. Да он толстый так просто бегает, все. Все, вычерпали. Куда мы идем? Сейчас посмотрю. Воу, а мы уже проехали. Да? Так, это кто тут метку поставил? У нас слева сейчас, по левому борту, по левому борту, по левому борту. Вон. Где? Где вон развалины? Там. Походу. Так, средний парус, говоришь, приподнять? Да. О, более-менее видно. Так, сойдет? Пойдет. А передний маленько можешь? Можешь. О, вот так вот. Все. Так, ну вот мы сейчас по кругу, походу, так и будем, да, идти? Ну, здесь придется обойти. У нас вон скала. Слева, да? Да. Вот этот туннель внутри? Я не знаю, я не вижу там туннеля. Но я вижу там пальмы. Не, вот, прям совсем влево. Прям вот, ты... по левому борту, прям около нас? Да. А что, тормозить-то надо? Там пальмы где? То чуть дальше посмотри. А, вижу. Ё-моё, если так подумать, то сейчас любой маленький корабль потопить может. Легко. Досок нет, патронов нет. Принцесса не принцесса. Это какая-то принцесса. Это какая-то лошадина. Анклав темных вод. Так, что ты по какому пути будешь заходить? Поэтому я уже не развернул. Ну да. Так, чё, когда? Тормози, да. На свой взгляд. У меня теперь корабль большой. Ну давай сейчас. Тормознули. Давайте, я жду. Блин, слушай, тут темная вода все еще, или это
Ночь просто не говорю. Угу. Просто Куч. Ночь. Кто там стреляете? Не знаю, тут скелетов много. Скелетов. Это много? А нет. Так, что за остров? Где? Почему я не удивлен? Что? Что именно ты его нашел? Я всем по карту показываю, они посмотрели, пошли там стрелять что-то. Странно. Да я подошел, первый раз копнулся. Ой. Так, принцесса его тащит, надеюсь. Продолжает, то есть. Ой, какая красотелька. Кос залез. Принц что-то тащит. Принцесса. Принцесса? Да. А не принц? А, Прайсей. Это вообще не принцесса. Вообще Перси. Или что такое? Ну ладно, будет принцесса. Икс! Икс! О, русский! На Икс кидай! Пресс Икс! Пресс Икс! Икс! Кинул? Да. Так, сейчас у нас... А, на... слушай, надо поворачивать, сейчас на север. Пока ты вывернешь как раз на север. Кто парус меня опустил? Да, не опустили, сейчас. Блин. А? Сейчас я тебя подниму. А, нет. У меня опустили. Да я понял. Я понял, что ты понял. Нормально? Да, вот так ништяк. Не довернул? На север. Сейчас идем на север. Че, ветер против нас? До того острова идем. До какого я сейчас пока не вижу. Да. Нет, да, сейчас проверю. Да. Слева, чуть левее нас, да? Да. Стоп, там что, еще и форпост, что ли? Или это большие парусник? Да, там какой-то это... Есть форт. О-оу. Чувак. Чувак. Я понял, понял. Я понял, в чем вся прикол форпостов. Они защищаются. Ого, у кого-то снопаж там. Ну. Ты? Нет? Не-не, тут принцесса. Раз. Так, я так понял, ты сейчас у этого карманчика хочешь, да? Поворачивай, начинай уже направо. Прижимайся. Я направо и поворачиваю. Кос, это знаешь, не поворотливая махина. Скажи, я легко повернусь. Скажи, я заровняю. Ну, тормозну. Да тормози уже сейчас.
Давайте, хлопцы. Я охраняю корабль. Так. С мамой. Блин. Посмотри, с какой части, мы острова подплыли. Сейчас. А, все, доперло. Арка. С южной. Южно, да, с южной. Южно-западной. Более-менее. Ну, с южной больше. Надеюсь, тут акул нету. Слушай, а может проплыть к северной части? Куда? Не я? Можешь? Ну ладно. А вряд ли я один на махине эту буду сейчас крутить. Тем более на северной части там форт. Я туда не поплыву. Он не на северной части. Он на восточной части. Это что это? Кто тут по нам шмаляет? Форт, что ли? Или... Куда кто бьет? Вот тут, прям около этого, за углом стреляет. Блин, прям над нами пушка стоит на горе. Ха, прикол. Но в ней никто не сидит, походу. Тут камень, после камня вот такая заусенция, потом вот здесь что ли. Отлично, я умница. Хреново, а не пушки. Возле пушки бочка с порохом была, я с ней бочку. Так, все, отвезти надо, да? Акул сейчас тут не будет. Почему они голые, кстати, бегают? Не знаю. Нравится. Нравится что? Бегать голыми. О, на меня сейчас этот фонарик смотрел. Давай фонарик. Ты там отсвечиваешь сверху, кстати. Когда я? Смотришь, вода сейчас. А, глаза, мои глаза. Знаю. Там воробей. То есть мы пришли, увидели то, что на этом на корабле есть капитан. Отжали корабль. Так. Можно так подумать. А чё, где они? Я полного состава не вижу. Ты видишь? Ты один вернулся. А где они? Hey guys, come back. Может, они форт пошли штурмовать? Не знаю. Блин, там что-то светится. Где? На той стороне. Бутылка. Не, прям огнем. Может, костер горит. А, вот только костер горит. Я отсюда вижу. Слушай, а может пойти посмотреть, что в форт, ну, на форте? А? Вон кто-то бьет. Где? Мама Хонг. Мама Хонг. А чё мы туда пойдем? Без оружия, без ничего. Было бы у нас хотя бы это... Обстрелять пушками? Пушки, ну. А так придем, ну сейчас нас обьет, нас все потопят. И досок нет ремонтироваться. Ну да. Я думал это, руками пойти. Вручную? Да.
Ну ладно, сделаем тогда миссию, потом уже. Ждем еще одного, где он там? Ну может он через русалку? О, торговый союз 4 стал. Да? Да. Сейчас или только или когда? Я сейчас только заметил. А. Пират кокос, 0 бабок. Супер! Нет, 0 бабок? Да. Ну, нас, я говорю, она гонит. Игра. Так, мы еще одного потеряли, ребят. Ну, нет, подожди, ну второй здесь. Ну, а где еще принц, это принцесса? Ну, трое одного не ждут. И к тому же есть русалка. Так, куда мы прям? А, кстати, да, мы сейчас... На любой форпост мы должны приехать вроде. Ты уверен? Да. Окей, куда едем? Старый атолл, так, он беда, башня, морской, пальмы, залив, да ладно. Крепость, форпост, стальной зуб есть. М? Форпост, последний приют, приют Галеона или стальной зуб, как ты думаешь? Выбирай, мне пофигу. Нет, ну скажи, стальной зуб, зуб или, блин, может последний приют Галеона? Ну тогда бери то. Господи. Не, ну мы просто на Галеоне идем на последнего приюта. Что за ерунда? Сзади нас снайпер, тормози, тормози. Парнишка нас догоняет. Одного забыли. Насколько сильно он догоняет? Он сигнал подает, мигает, представляешь? Как-то мигать может. Man over the board. Он походу нас этот смотрит. Не-не, мне кажется, он чем-то близ... где-то сигнал, наверное, можно подавать. Да нет, он этот как его. Подожди, что он подает сигнал? Ты где-то надпись видишь? Нет, светится. Она сильно ярко светилась, ярче, чем снайперская винтовка. Стоп, он ведром? Че он с ведром делает? Гребет. Давайте, поднимайте, дети. Кинули чувака, на догнал. Так, куда прям? Сейчас скажу. Нам нужно на юг. То есть в обратку как раз. Да. На юг, потом немного возьми восточнее. Ты подними флажок у тебя посередине. Да, хорош флажком их называть. Это паруса. Да, паруса. Да я не знаю, почему флажок, никогда не называл. Чё? Земля, вижу. Поворачиваю. Чё там спереди? Ещё что-то есть? Ну, далеко, рифы так-то. А? Рифы так-то далеко. Прайси солса. Прайси солса, ты он здесь? 64? Он 64-го года? Как мой отец? Нет, мой отец 63-го. Нет, ещё спиздел. 61-го. Моя мать 63-го. Так, правильно иду, я думаю, да? Ну да. Так, слева у нас сейчас форт будет. Ух ты. Мы прям, причем сейчас очень-очень близко пройдем. Я вижу. У меня одна доска. Кого найдем, да? Лагерь акулий плавник.
Так, тихо, пока. Фортик. Тихо, фортик. Тихо, фортик. Тихо, тихо, фортик. Все, пучко. Мы добрые друзья. Ты перечур. О, там ты опять к Кракену идешь. Да вижу, вижу. Да пошел этот Кракен тебе. Хотели эпичный бой записать, не получилось-то. Ну как эпичный бой? Мы хотели, чтобы он эпично нас уделал. Ну да, хотя бы так, да. Тут рифы. Блять, давай сюда. За борт. Тормозишь? Где он? Ну, где-то вот слева, да. Вон, вижу. Да не, падла. Да они тебе говорят. Интересно, со снайперки отсюда по Кракену попаду? Как ты думаешь? Не знаю. Не. Эх, патрон кончился. Че, он залез? Да. Вот сосиска, блин. Все, я пьянство начал. Слышь? Че? Говорю, пьянствовать начал, первая кружка выпита. Хряпнул я. И мама хряпнула. Так, я не знаю, как это повлияет на мою управление. У меня все различается, как он. У меня одна корабля сторона влево, другая вправо ходит. О, вот это да. Что произошло, мы стоим? Нет, нет, едем. Стоп. Ты мне... Что такое? Едем. Кокос. Что? Что случилось? Первый не поворачивается. Не знаю. Я напухался, первый не поворачивается. Или мне мерещится, походу. Блин. Да не, мы почему-то реально не едем. Якорь тут опустил. Нет, бросить якорь, неправильно. Ну, поднят он. Я не понял. What the fuck? Мы что, на риф наехали? Ну-ка дай-ка я вас... О! Мы пролагались, что ли? Мы типа уже доехали до туда, слышишь? Ну-ка я пойду карту посмотрю. По-моему, мы залагали, да? Слушай, мы движемся, мы по карте движемся. Да? Но. Слушай, резко выруливай налево. Получается. Говори, когда хватит. Вот так. Все, нормально. А то сейчас на затонувшую рощу мы просто сядем. А что за ерунда? А, во, все. Нет, стоим. По отношению к черной воде мы, походу, стоим. Стоп.
Слышишь, я сейчас вылез, мы изменили это место. У тебя сейчас слева еще скала все еще? Да. А у меня уже мы проехали. Да, исчезла. У нас корабль не тонет? Нет. А ты что-то он носом в землю ткнут ему там. Это он просто нырнул. Не, не тонет. Че, вода? Все сухо. Так. Все отпустило, поплыли. Чуть-чуть право. Там, походу, слышишь, может с этим все связано? С кракеном? Ну. Не знаю, думаю, вроде до этого нормально все было. Так, где там пивас? Или что, ром? Под пивас, блин. Я больше не буду. Что-то корабль же остановился. Перепил? Так, куда мы плывем? Прямо? Навигатор. А? Прямо. А, стоп. Куда? Левее, левее. Ты что? Профупост уже должны видеть слева, чуть левее стороной. Вон там скала слева. Вокруг скалы, которые другие? Сейчас, подожди. Надо перепроверить. Да. Вот это самое слева, да? Да. Ага. Там огоньки, значит, там живут. У меня не было огоньков еще. Uh-huh. Сейчас только появились. На корабле-то спереди маленько. Так, ну-ка проверяем, там нету парусов? Вроде нету. Слушай, а что у нас с приключения? Приключения у нас... Торгашей. А почему? Как тот чувак взял этот квест без куриц? Не знаю. У меня ноль денег. Как это может быть? Фиг его знает. Я не хочу, флаг, чтобы... Ой, флаг опять, блядь. Ты подними, я нифига не вижу. Кого? Какой? Средний? Средний. Во-во-во. Ага. С какой стороны заходить там? С правой. Ну чуть-чуть правее бери, правее бери. Вижу. Паруса затягивайте. Якорь, пора? Так, бросай якорь, короче. Бросай якорь. Я бросил. Ух! Пошел проверять дырки. Давай проверь. Одна течь. Есть? Да. Че, я здесь останусь? Там что еще, что-то еще булькает. А что-то еще где-то есть. Нет, нет, нет. Нету. Значит, показалось. Что, они потащили, нет? Не знаю, побежали сами. Сами. Ну, вон сундуки, да, стоят. А, один взяли. Еще один бери. Пайман остался. Так, надо, это, нам запасы по-любому. Банан даже один остался. Со старшим клерком. А чё я не могу дать ей? Не она, что ли? Не она. Кто принимает? А, ну, сундуки тому торговцу продавай. Золото. А, вон мама прыгает. Так. На этом, Джокер, мы серию заканчиваем. Наш... Галеон становится в ремонт. Да. И пополнение запасов. По крайней мере, ночью тот он здесь точно отстоит. И новую вот команду. Ну, не знаю, посмотрим. А это что, все с Реей скинем, да? Как улом. Конечно. Всем спасибо за просмотры. Надеюсь, вам понравилось.
Да, всем пока, приходите нам еще. Да. Пока-пока.